Собираю устройство для передачи информации по сети 220 вольт и столкнулся с некой проблемой. Мне необходимо детектировать переход синуса через ноль, чтобы в эти моменты передавать данные. Был спаян самый простой детектор нуля. Подключаю, но все работает не так, как нужно. Смотрю осциллографом и что я тут вижу. Сигнал с детектора нуля приходит гораздо раньше, чем синус пересекает ноль. Как видим, вот тут примерно он пересекает ноль, а сигнал приходит намного раньше. Ну и заканчивается чуть позже, но это еще куда ни шло. Поэтому нужно искать другое решение. Для понимания, о чем речь, вот так выглядит самый простой детектор нуля. А вот точка, в которой мы контроллером отслеживаем переход через ноль. После небольших поисков была найдена вот такая схема. Теперь необходимо спаять ее в железе и протестировать. Как обычно, спаял все на макете, и теперь можно подключать. Подключение тут элементарное. Блок питания, осциллограф и входное напряжение. Смотрим на осциллограф, и теперь все гораздо красивее. Импульсы четкие и происходят практически в нуле синусоиды. Это уже меня устраивает.